Всем привет! Сегодня я буду рисовать рисунок Пасхи. Зайчик держит яичко. Это будет рисунок очень простой. Я максимально упростила рисунок, чтобы любой начинающий художник смог нарисовать его. Рисунок будет почти не раскрашенный, только на яичке мы нарисуем цветочки. Поэтому фломастеры можно брать любые, любого цвета. Главное взять для контура черный цвет, ну и какой-нибудь цветной еще можно взять. Рисунок по ширине будет 19 клеточек, а по высоте будет занимать 26 клеточек. Берем черный фломастер и начинаем рисовать контур зайчика, который держит яичко пасхальное. В верхней части странички, где-то ближе к правому краю, начинаем рисовать ушки. Отметим две клеточки и закрасим две клеточки по горизонтали. От вот этого уголочка идем по диагонали вправо вниз и рисуем вниз полосочку 7 клеточек. Отмечаем 7 клеточек и закрашиваем 7 клеточек. От нижней клеточки поворачиваем вправо по диагонали вниз и отмечаем вниз еще 5 клеточек. То есть всего 5 клеточек нужно закрасить по вертикали. От нижней клеточки поворачиваем влево по диагонали вниз и закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки поворачиваем вправо по диагонали вниз, закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки идем вправо по диагонали вниз и вниз отмечаем 4 клеточки, закрашиваем по вертикали 4 клеточки. От нижней клеточки поворачиваем вправо на том же уровне, закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки поворачиваем вправо вниз по диагонали и идем вниз, всего закрашиваем 3 клеточки. От нижней клеточки идем влево по диагонали вниз, закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки еще одну клеточку вниз по диагонали влево закрашиваем. И от нижней клеточки снова поворачиваем влево по диагонали вниз и еще одну клеточку влево отмечаем. То есть всего здесь две клеточки по горизонтали закрашиваем. И теперь от этой клеточки еще раз влево по диагонали вниз отмечаем клеточку и идем влево. Всего нужно закрасить 3 клеточки по горизонтали. Теперь возвращаемся к верхней части рисунка. От вот этой клеточки идем по диагонали влево вниз. И вниз нужно отметить 6 клеточек. И закрашиваем по вертикали 6 клеточек. От нижней клеточки идем влево и закрашиваем по горизонтали 2 клеточки. А от этой крайней клеточки идем вверх и закрашиваем здесь по вертикали 5 клеточек. От верхней клеточки поворачиваем влево по диагонали вверх и идем влево, всего закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. И от этой крайней клеточки поворачиваем влево по диагонали вниз и идем вниз, и всего нужно закрасить 7 клеточек. Теперь от этой нижней клеточки идем влево по диагонали вниз, отмечаем клеточку и идем вниз. Всего 3 клеточки по вертикали закрашиваем. Вот уже контур зайчика вырисовывается. Теперь будем рисовать контур яичка. От вот этой клеточки идем вниз, отмечаем клеточку. От нее поворачиваем еще вправо 2 клеточки. И от вот этой же клеточки влево 1 клеточку. То есть всего здесь будет по горизонтали 4 клеточки. Теперь от вот этой клеточки поворачиваем вниз по диагонали вправо и закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки еще вниз по диагонали вправо еще одну клеточку закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем вниз влево по диагонали и вниз всего по вертикали. Здесь нужно закрасить 3 клеточки. Посередине этих трех клеточек отмечаем серединку и идем вправо. Здесь закрасим одну клеточку. Теперь от вот этой нижней клеточки поворачиваем влево вниз по диагонали и вниз еще одну клеточку отметим, всего 2 клеточки закрашиваем. От этой нижней клеточки поворачиваем вправо по диагонали вниз и еще вправо здесь закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Теперь от этой клеточки идем вправо по диагонали вверх, закрашиваем одну клеточку. И от этой же клеточки еще вправо по диагонали вверх еще одну клеточку закрашиваем. Так, теперь возвращаемся снова к этой полосочке из двух клеточек. Вот от клеточки, которая ближе справа, на том же уровне вниз отмечаем клеточку. И вниз
Еще нужно закрасить 3 клеточки по вертикали. От нижней клеточки поворачиваем вправо, закрашиваем одну клеточку. И от этой одной клеточки идем по диагонали вверх-вправо, еще одну клеточку вверх, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Теперь от этого уголочка идем по диагонали влево-вниз, и еще одну клеточку вниз, здесь закрашиваем 2 клеточки. Теперь от вот этой клеточки, от верха яичка, поворачиваем влево-вниз по диагонали, закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки вниз идем, еще одну клеточку вниз, влево по диагонали закрашиваем. Теперь от этой одной клеточки вниз по диагонали влево отмечаем клеточку. И еще одну вниз закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Теперь от этой клеточки идем влево по диагонали вниз, отмечаем клеточку и рисуем полосочку вниз, всего 7 клеточек. И закрашиваем. Теперь от вот этой нижней клеточки вниз по диагонали вправо уже поворачиваем и закрашиваем одну клеточку. И от этой одной клеточки по диагонали вниз вправо еще раз повернем, отметим клеточку. И теперь вот тут закрашиваем клеточки вот аж сюда. То есть заканчиваем контур яичка рисовать. Все, вот такой простой очень контур. Зайчик держит яичко. Сейчас зайчику нарисуем глазки черным фломастером. Вот эту полосочку. Находим здесь 3 клеточки. Идем к серединке этой полосочки, то есть одна клеточка вниз от верха. И перепрыгиваем одну клеточку вправо. Вот здесь ставим точечку. Это будет один глаз зайки. Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем 4 вправо на пятом. Ставим точку. Отмечаем клеточку, закрашиваем. И черный фломастер нам больше не нужен. Теперь я беру розовый фломастер от глазика. Идем одна клеточка вниз и одна клеточка вправо. Вот здесь вот нарисуем носик зайки. И теперь можно яичко раскрасить тоже как захотите, по желанию. Я нарисую здесь очень простые маленькие цветочки. Например, розовым фломастером нарисую цветочек. Вот здесь вот 3 клеточки закрашиваю. Голубым фломастером тоже нарисую маленький цветочек из 4 клеточек, здесь закрашиваю. Тут очень просто рисуются маленькие цветочки. Так, и еще один розовый цветочек, наверное, поместится вот здесь маленький. Беру красный фломастер, красным фломастером нарисую цветочек побольше. Здесь будут лепесточки из 2 клеточек. Желтым фломастером можно зарисовать серединки этих цветочков, будет ярче. Вот такой очень-очень простой рисуночек. Зайчик с яичком пасхальным можно нарисовать на Пасху. Ну или просто так, кому нравится. Яичко можно раскрасить как хотите. Зайчика тоже можно закрасить любым цветом. На яичке можно полосочки нарисовать, кружочки, сердечки. В общем, все как вы захотите. Срисовывайте рисунок. Кому понравился, ставьте лайки. Не забывайте, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. А также не забудьте нажимать на колокольчик. Тогда вам будут приходить оповещения о моих новых видео. Всем пока-пока!